Георгий Шибаршин, главный тренер команды «Россиянка», помощник его Владимир Котов и, конечно же, судейская бригада. Давайте закончим протокольное мероприятие до еще стартового свистка. Неля Хасанова из Нижнего Новгорода обслуживает эту встречу в роли главного арбитра. Анастасия Топорова из Омска и Анна Дмитриева из Азова. Погнали, друзья! Свисток дан. Первые секунды. Енисей разыграл мяч с центра. Тоже форсировать событий не будет. Будет стараться играть на контратаку. Вот такие вот дальние забросы. Может быть опасно здесь. Кто первый на мяче? Две пятерочки сошлись в очном противостоянии. Далее возможность играть в Подмосковье. Не так уж далеко от стадиона Родина. Это находится спорткомплекс Новой Химки. Команда, наверное, будет основные свои матчи проводить именно здесь. Момент. Вот перекладина. Но положение вне игры фиксирует Неля Хасанова. Зонально выстроенная оборона безупречно сейчас сработала в центре. Еще одна подача. Удар по воротам. Эльвира Зиестинова пыталась нам пляшку самую настоящую показать. Заставляет Петрову ошибиться. Заброс вперед. Нарушение правил. Руками Дарья Чугай себе помогала в борьбе. Но Дорофеева у мяча. С левой ноги подает очень высоко. Щербакова. Не спать. Но ошиблась чуть-чуть на выходе. Мяч летит. Летит и не попадает сейчас в створ ворот. Как отмечал? Если ошибаюсь. Ой-ой-ой. Ошибается Щербакова. Мяч летит в миллиметре от штанги. Давайте смотреть. Я потом свою мысль продолжу. Ничего себе. На свои позиции. Литвиненко, ну, не знаю, что ж там было. Может быть, больше крика, чем более. А вот второй эпизод с нарушением правил, там, скорее всего, этот самый фол был. Ну, давайте смотреть. Татьяна Петрова, подача! Вот это опасно, Дмитренко! И угловой? Нет, отворот. Отворот показывает. Отличная подача Татьяны Петровой. Анна Человяга. Один в один. Убирает 22 номера Виктория Козлова. Дает передачу. Забивай! И выходи вперед. Так и происходит. Ну что, замена сыграла, друзья. Алена Гусева. 1-0. Россиянка впереди. Ну, вы все слышали, друзья, да? Ну, должно же что-то было произойти. И вот сейчас что-то может произойти. Выход практически 1-1. Лиза Щербакова, браво, браво. Наталья Морозова. А Наталья Морозова помогла защитник, кстати говоря. Значит, сейчас какое-то перестроение в игровой схеме. Мы увидим, что-то придумал Алексей Мартынов. В этом плане. А что придумает Яковлева? Выходит вратарь из-за ворот. Можно считать это опасным моментом. Но по ситуации сыграла здорово. Широкова. А вот это чуть за шиворот не влетело на самом деле. Ух, какая подача опасная. Выходит голкипер. Пустые ворота. Практически заметался мяч. В штрафной лежит игрок «Россиянки».